Для начала внедрения системы на складе нам необходимо было сделать следующее. Во-первых, подготовить сам объект, а именно установить и настроить все необходимое оборудование, сервера, рабочие места менеджеров склада, принтеры, этикеток и документов, радиооборудование. Сформировать макет системы, который нам потребовался при обучении персонала и тестировании межсистемного интерфейса. Разработать пользовательскую документацию, включающую в себя руководство менеджеров и операторов склада и администраторов. Провести обучение и тестирование персонала. Согласовать с заказчиком технологию работы склада на начальном периоде. Провести зонирование и маркировку склада. Ну и приступить непосредственно к внедрению.